Музыкальная школа города Силаме начала свою деятельность в 1952 году. В течение первого учебного года 25 учеников были приняты на специальность фортепиано и аккордеона, и было 5 преподавателей. На данный момент в школе обучается около 150 учеников и работают 23 преподавателя по классу фортепиано, аккордеона, скрипки, гитары, духовых инструментов, ударных, вокала и джаза. Силамейская музыкальная школа начала свой учебный год. В наших стенах занимаются ребята на различных специальностях. Фортепиано, гитара, скрипка, ударные, компьютерный класс, хор. И мы ждем в своих стенах как совсем маленьких ребят, которые ходят на наши занятия в музыку с радостью, им от 4 до 6 лет, так и школьников, и также их родителей, потому что в наших стенах мы рады абсолютно всем. Педагоги музыкальной школы, они профессионалы своего дела, они обожают то, чем они занимаются, они постоянно совершенствуются в своем преподавательском мастерстве, и поэтому музыкальная школа Силамяя предоставляет самый лучший уровень обучения музыке, который вообще только возможно себе представить. Также в школе работают учителя из других городов – Нарвы, Ихви, Кохтла-Ярве и Таллина. За все время работу школы закончили более 1500 выпускников. Ученики и коллективы музыкальной школы активно участвуют в республиканских и международных конкурсах и поездках. Например, в мае 2019 года хоровые коллективы выступили в концертном зале Яни Кирик города Санкт-Петербург. Школа проводит много мероприятий для жителей города. Среди них традиционный ежегодный концерт педагогов в Центре культуры, музыкальная гостиная, рождественские и классные концерты для родителей. И уже вот 1 октября, Международный день музыки, мы отметим этот праздник в стенах своей школы концертом для детских садов в 11 утра, а далее наши педагоги и ученики выступят в стенах Силамяйской гимназии. Так что следите за новостями и ждем вас на концертах музыкальной школы.